Правительство Северной Македонии окончательно приняло решение о передаче Украине ударных вертолетов Ми-24, ранее анонсированных Министерством обороны страны. Так, 24 марта министр обороны Северной Македонии Славянка Петровская заявила, что ее страна готова передать Киеву 12 ударных вертолетов Ми-24. Этот вопрос должны были вынести на заседание правительства. Вечером 29 марта правительство в Скопье официально согласилось передать Украине вертолеты. Правительство рассмотрело и приняло к сведению информацию о необходимости заключить протокол о передаче вертолетов между министерствами обороны Северной Македонии и Украины. И приняло соответствующий протокол, говорится в сообщении правительства страны. Это будут 12 Ми-24, которые Северная Македония купила у Украины в 2001 году. Часть из них уже определенное время не эксплуатируется. Известно, что в свое время 6 вертолетов прошли модернизацию, которую реализовали в сотрудничестве с компанией Elbit Systems. Они адаптированы для взаимодействия с силами НАТО и получили новую авионику, позволяющую использовать очки ночного видения и систему ночного видения Aviators. Также добавлена современная система навигации, инфракрасное освещение и другие незначительные обновления. В последнее время Северная Македония эксплуатировала только два своих Ми-24.